сотрудники полиции проводили дополнительную проверку, однако указания в полном объеме не исполнили прокуратуры, которые были даны при отмене первоначального постановления об отказе возбуждения уголовного дела. В связи с чем нами было принято решение о принятии мер прокурорского реагирования и направления соответствующего представления об устранении нарушения закона на имя начальника УВД города Ярославля.